Михаил Николаевич. Узнаешь этих девушек? Да. Да. А то, что язык показывает, тебя это не смущает? Нет. Сразу все аудитории. Так, садись, вспомни, как ты сидел. Сейчас тоже не видно это, того квадратика с нашими лицами, а тебя. Как говорится, народ должен знать своих героев. Так, ребята, начинаем. Добрый вечер. Вебинар подряд 112-й, начали 3 года назад, все никак закончить не можем. И вновь продолжается бой. Значит, Тимоша надеется, он сегодня содокладчик у меня, он надеется, что вы позовете к экранам детей. Почему? Время такое, надо взрослеть. Даже раньше, чем надо бы. Вот, поэтому позовите детей. Пусть посмотрят, если даже, послушав Тимофея Николаевича, кто-то, хотя бы один из них, станет садоводом, значит, уже получится, что Тимофей не зря живет на свете. Так, здравствуйте, уважаемые садоводы. Хотели бы поблагодарить вас за поддержку нашего канала в Инстаграм. Будем стараться радовать полезной и объективной информацией. С уважением, Сергей и Татьяна Железовы. Вот это вот я сейчас нажму. Сами в этом мало чего смыслю. Вот так. И мы окажемся там, то, что родилось совсем недавно. 9 публикаций, 90 подписчиков. Когда-то, надеюсь, будет 900 подписчиков. И еще 3 ноля, это будет 900 тысяч. Иначе это не переломит нам ситуацию. Вот. Что меня смущает, войдите в Инстаграм, я нажимаю «Войти», вот. И тут, оказывается, я войти не могу. Я в таких случаях просто делаю вот так и больше не показываюсь. Вот. Правы, не правы они, что требуют регистрироваться, я не знаю. Я в данном случае не Железов, я просто человек со стороны, со своим недоумением. Вот. Но, тем не менее, вас благодарят. Вот то, что все-таки там дальше что должно идти. Дальше у них, сейчас помню, на том вебинаре я говорил, лотерея разыгрывания саженцев. Вот. Может, поэтому-то первые 90 зарегистрировались ради этого. Ну, а теперь давайте смотреть так. Вот это вот семейство от меня отпочковалось, как бы. Они тоже Железовы, но это уже 2 поколения. Вот. И у них свое направление. Ну, а мы с вами будем заниматься, чем раньше занимались. Вот это вот мне почему-то так бывает. В голову пришли стихи, которые не стихи, а песни, которые я знаю с детства. «Кто с любовью не знается, той горя не зная». Вот и наши с вами друзья, тысячи, миллионы, с любовью в садах. Но одно сплошное горе. Вот как хотите, так меня поймите правильно. Переводить на русский не буду. Все мы оттуда родом. Когда-то все. Потом отпочковались украинцы уже сибирские. Потом они потеряли свою идентичность. Вот. Это тоже грустный разговор. У всех сибиряков течет кровь украинцев. Вот. И самые лучшие садоводы в мире, я на себя не намекаю, не-не, это украинцы. Так что спрашивайте у своих дедов, прадедов, кто из Украины. Если у вас есть сад, значит, ваши предки с Украины. Кто с любовью не знается, то и горя не знает. Понимаете, как хотите. Я про сады, про те горе, которые в садах творится. Работать, гробить здоровье. Здоровье гробить. Не радоваться жизни, не есть плоды. Гробить здоровье. Потом мертвый сад, потом рынок. А на нем все фрукты с юга.